По данным исследования компании PwC, в следующем году 51% компаний в мире планируют открыть больше вакансий по направлению информбезопасность. Это произойдет, так как компании начнут все чаще отправлять сотрудников на удаленку. Речь идет о 22% компаний в мире и 18% в России. Штат собираются увеличить на 5% и более. Согласно результатам исследования, менеджеры по найму сталкиваются с жесткой конкуренцией на рынке при поиске специалистов упомянутого направления. Только в США кандидатов на должности в сфере кибербезопасности на 50% меньше, чем вакансий. На российском рынке аналогичная ситуация. Конкурс в данном сегменте рынка труда составляет всего 2,5 резюме на вакансию, что говорит о нехватке специалистов и низком уровне конкуренции. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра SuperJob, проведенный PwC опрос показал, что в следующем году более 55% компаний в мире и 52% компаний в России намерены увеличить расходы на кибербезопасность. Несмотря на это, более половины международных компаний, 58%, заявили, что не уверены в том, что трата денег позволит им получить контроль над новыми технологиями. В России этот показатель аналогичный, 56%. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.